Я считаю, что премию «Успеха» мне вручают за мой вклад в развитие историко-культурной жизни Курского края, за реализацию проектов, таких как «Сказочная ночь» в Музее археологии, «Ночь славянских традиций». Мне кажется, что это очень познавательно и актуально в период, когда мы теряем свои традиции. Само здание Курского государственного университета, это бывшая Мариинская гимназия, несомненно, это большой такой отпечаток в истории Курского края. Надо об этом помнить и чтить, и никогда не забывать. И каждый уважающий себя студент КГУ обязательно должен это знать.